И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Серега и подписчик. Сегодня мы играем в Гаррис Мод. Пацанчики, поздоровайтесь. Всем привет. Давно у нас не было рубрики «Аниматроники пугают охранника». Карта у нас 5 ночей с пони. Если пьете, кушайте, приятного аппетита. А мы начинаем. Серега, покажи, какой ты злобный аниматроник. Да не так, ну на... Ребята, если вам нравится, ставьте лайкосики, не забывайте подписываться на мой канал. У нас всегда весело и задорно. И Серега всех мочит. Я думал, ты начнешь там столы ломать, стулья. Ну ладно, это тоже пойдет. Так, кто там бегает за окном? А ну, паршивец, уходи отсюда. Тебе здесь нечего делать. Так, он с этой стороны идет. Закрывай двери! Ну что ты не закрыл двери? Ладно, завтыкали. Сейчас пусть она уйдет. Это скраббэйби. А как переводится скраббэйби? Правильно. Металлическая дева. А, кто-то дверь закрыла изнутри. Так, а что ж, так можно, что ли? Да. О, тут же можно камеры чмёкать. Ой, клацать. Так. О, я вижу. Ходит там. Больше никого нету? Никого. А ну-ка здесь. О, я в этой комнатке 1000 лет не был. Надо будет туда сходить. На складе чисто. В мастерской спокойно все. А в туалете? В туалете? В туалете нету. А нет же камер в туалете. А вот ты стоишь! Я вижу! Че, посрал опять, что ли? Да, я посрала. Я вижу. Блин. Закрыли. Свет включаем. О, попугай, привет! Оп! А ну запрячемся, увидит он меня или нет? Я слышу, ходит. Я слышу. О, я Фокси вижу, вон пошел он. Упал на колени. На раскорячке. Открой двери быстрее, я сейчас умру. Быстрее открывай. Закрой. Фух. Я ему по жопе настрелял. Так, ребята, смотрите, какие там злые аниматроники ходят. Я слышу его. Закрой. Вот он с этой стороны. Никого нет дома, все порасходились. Пошел. Какой-то он сегодня обиженный, ребят. А, еще эта часть карты есть. Что-то эту карту добавили, что ли? Или это и было всегда? Вроде было. Так, здесь почекаем. Вот он ходит. Кого он убил? Ходит. Серега, ты невидимый или видимый? Видимый. А вот он. Так кто свет отключает? Это я, наверное, да? Так, отлично. Давайте попробуем выйти на разведку. Надо какое-то оружие взять. Сейчас мы, ребята, возьмем оружие мощное. И покажем, кто в доме хозяин. Так, ставим один портал здесь. Так, пошли. А я могу как-то закрыть двери и выйти? Ай, блин, сам себе дверью убил. Ну, конечно же, самый умный человек на планете. Бежи. Чё, дверь закрылась все-таки? Вот, блин. Чпонькс. Кто там ломает гвозди, забивает? Да ты, Серега, такие звуки прикольные издаешь. Ай! Ах ты! Замочи его. А, и он его замочил тоже. Так, понятно. Серега сегодня какой-то очень злой. Серега, это какая ночь у нас? 9-я, что ли? 20-я. 20-я ночь, понял. Поэтому идет босс. Босс идет. Хуга? Или как тебя там? Ой, я что, не то нажал? Ой, блин, я тебя... Заходи. Не заходи. Ай-яй-яй, ну что ж ты? А как ты тут оказался? Я портал удалил. Мы его закрыли благодаря порталам. Да блин, мы в друг друге застрём. Умные люди. А, залазь, есть. А,
Блин. Я сейчас как-то придумаю такую схему прикольную, когда он не сможет нас убивать. А если сможет, то не сможет. Так, хорошо. Сильно дикий у нас сегодня. Аниматроники какие-то... Аниматроники сошли с ума. Подожди, а где эти ко... О! Блин, да смотри, что это было? Крипер. Крипер. Я же понял. Так, давайте сюда. Вот здесь вот эти комнатки, да? Чинкс. Блин, я не помню, было это или нет. А, помню, мы играли в прятки, было. Давайте здесь поставим. О, привет. Вот говно поставил. Раньше пилпаки не могли проходить. А, я другой портал скачал, теперь могут. Раньше реально нельзя было проходить. Ну, подписчики... а теперь можно. Подписчики сказали, поменяй портал и сможешь проходить. Не обманули. Хорошо. Ладно, надо не здесь ставить. Так, давай пока закроемся. Чпоньк. Чё там, кто там халуйкает? О, привет, балунбой, как у тебя дела? А у меня работает фонарик, ты его украсть не можешь. Ай, ты чё укусил меня? Я украл у тебя фонарик. Да, а как ты это сделал? Укусил тебя. А я не знал, что если кусаешь, у меня фонарик пропад... Блин. Так, давай тогда, Пикачу, ставь ловушки. Так, так, так. Ой-ой-ой-ой-ой. Блин, умный человек не туда поставил портал. Оп. Блин, я застрял. А, тут трубы. О, привет, Мангл. Ты меня не убьешь через портал, так нельзя. Я удалил его. Хитрый? Хитрый. Че, налезет сюда, что ли? А вот так, давайте вот так сделаем. Ух ты! Что там за взрыв был? Я вижу, ломится в двери наши. Опа, опа, идет, идет, идет. О, ты пэхаться может! Я удалил порталы. Открой двери, Пикачу. Так, отлично, я захожу, закрывай. Так, он там за Мангл играет. Смотри, приполз. Чё тебе надо у нас дома? Чпонькс. Закрывай. Будем отсюда смотреть на него, что он там делает. Вон он идет. Оп. Так нельзя, я не разрешаю. Такс. Вон он ходит. Ну, ты где, мужик? Стреляй по нему, стреляй. По жопе ему, мочи. Да вы читеры. Портал делает чудеса. Ты что, не видишь, где портал находится второй? У нас и камера, и портал. У нас тут все есть. Так, он где-то тут ходит, прямо возле двери. Вон он идет, идет. Хоп! Есть, я удалил портал. А давай поклацаем камеры. Да что такой звук прикольный идет? А вот он ходит. Во-во, по залу ходит, гуляет. А ну станцуй нам брейк. А, ты застрял. Сейчас мы тебе поможем. Оп. Все, ты новенький человек. А как ты это сделал? Че это было, Серега? Типа вылезла с пар... Ты чё? А маринетка так умеет делать, что ли? Я не знал. Буду знать. Хорошо, хитрая маринетка. Это Найтмер. А, это Найтмер. Она умеет, да, так делать? Ну, если двери долго закрыты, то само собой, да. Все, я понял. Я ж не знал. Ого, тут все в крови. А где он там ходит? Я слышу, что рудит. Ты Мангл играешь? Чика. О, это крячка! Я ее помню, она хорошая.
Я обманул тебя. Я вот здесь снаружи. Спривет. Блин, ты что, дверь умеешь открывать? Блин, я дернулся. Ну ты красавчик, Серега, молодец. Напугал меня. Я знаю. Сначала запутал, а потом напугал. Хорошо. Испугались? Обосрались. Сейчас мы кое-что тебе сделаем, сюрприз небольшой. Я знаю, тебе нравится это. Сейчас, 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 ребята, мы сделаем все как положено. Я валю, до свидания. А что за просрала она? Что за бомба? Ладно, давайте другую бомбу возьмем. Есть у нас вот такая вот. О! Ой, ну нафиг. Ребята, я пожертвую собой. Бум! Не, не пожертвовал? Чё-то слабо, да? Мощно. Мощно? Да. Так, надо карту обнулить. Так, надо еще разок что-нибудь жахнуть. Пикачу, давай сюда, будем бомбы сейчас взрывать еще. Он не умер. Что-то не получилось у нас. Или ты умер, Серега? Нет. Не умер, хорошо. Во, цар бомба. Нет, это не та. Я, знаете, какую бомбу хочу? Сейчас я вам покажу. Какую? Есть у меня. Сейчас, 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 сейчас. Во, моя любимая. Ой, Пикачу, извини, обстоятельства. Есть, активировал. Взрывай, мочи ее. Вулкановая бомба. И рабочий стол. И, друзья, что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока.